Подножка Bumble Ride поможет вам без особых усилий и с удобством перевести второго ребенка вместе с коляской. Если у вас есть маленький малыш, а второй только родился в коляске, то данная подножка будет вам незаменима. Очень легкое устройство, которое может быть присоединено к коляске, к ее задней части, и перевозить малыша без проблем. На коляску установить эту подножку элементарно. Вы нажимаете на кнопочку, отстегивается карабин, отдельно вы снимаете эту защелку, цепляете на коляску и потом заново защелкиваете. Каждый оригинальный бумпрайдер имеет свою серию и номер. И если что-то случилось с подножкой, вы всегда можете по номеру обратиться к производителю. Это дополнительный страховочный ремешок. Как его установить, более подробно описано в инструкции, но он цепляется за саму коляску. Конструкция динамичная, подвижная, но в то же время безопасная для малыша. Подножка с обратной стороны. Очень плотный и крепкий пластик. Он позволяет выдерживать нагрузку до 30 кг. Транспортировочные ремешки, которые вы снимете. Обратите внимание, что подножку вы можете поставить как ближе к коляске, так и дальше. Для этого предусмотрено 3 отверстия. Легко снимается нажатием на кнопочку. У подножки есть светоотражающий элемент, чтобы малыша с мамой водитель видел издалека. Колеса на подшипниках прорезиненные, они не будут шуршать и греметь по дороге. Колесо будет идти очень мягко. В комплекте 2 колеса и все они с амортизацией. Плотное антискользящее покрытие этой подножки. Посмотрите, прогулка, трость, люлька, на каждую из этих колясок вы можете присоединить эту подножку. Соответствует стандартам и одобрена мамами. Совместима с любой коляской. Как говорит производитель, ее можно одеть как на 3 в одном, так на 2 в одном, так и на трость с помощью этих специальных тросиков, которые крепко прицеплены и держатся с помощью защелок. Подножка Bumble Ride поможет вам без особых усилий и с удобством перевести второго ребенка вместе с коляской. Данную вещь 34 Аиста рекомендует.